творческая группа «Илюха» и компания совместно с турфирмой «Балтик Сервис» представляют. Прогуливаясь по зеленому парку Друскининкая, мы увидели вот такой баннер, который говорил о том, что здесь знают толк в приключениях. И мы не ошиблись. Приветливые инструктора с радостью пригласили нас приступить к делу. После подробных инструкций с наглядными примерами мы приготовились сделать то же самое, но уже в реальном масштабе. Для начала предстояло добраться до стартовой площадки. Мне по деревянной лестнице. А передо мной открывалась перспектива полазить по лесенкам на тросах. Такое приключение для меня было в новинку, и лесенка под ногами ходила ходуном. Да, лицо у тебя тут не слишком веселое. И вот спустя несколько минут мы готовы к нашему парному заезду. Поехали! То ли ветер был встречный, то ли мы неплотно позавтракали, но до финиша мы не доехали. И вот тут пригодились навыки, полученные на инструктаже. Кристина решила возвращаться домой обычным путем, но я выбрал экстремальную трассу, до которой мне нужно еще добраться. Сказано, сделано. Вот. И после очередной порции героического карабкания передо мной открылся шикарный вид на мой обратный путь, часть которого пролегала через лес.